Сколько нужно съесть влажных салфеток, чтобы напиться? Целую пачечку. А закусить нужно? Обязательно. Может, лучше отжать сначала? Вам виднее. 20. Ну, мы можем после этого попробовать. 3. Почему есть пицца Маргарита, салат Цезарь, но нет еды с именем Леха? Наполеон есть. А Леха? Надо сделать. Закончилось. Как изменилась бы наша жизнь, если бы брак надо было каждый год продлевать в ЗАГСе? Это пипец, просто был бы. Справки собирать 3 месяца. Никто бы не продлевал. Думаю, очередь была бы больше, чем у банкоматов. Почему говорят «сливки общества», когда «майонез общества» звучит намного лучше? Ну, майонез слишком дешевый, наверное. Сливки из молока, майонез из масла. А масло? А масло? А масло из семечек. Ты когда-нибудь думал, какое бы имя дала тебе твоя собака? Не думал, если честно. Ну, например? Например, Тузик. Собака назвала бы тебя Тузиком? Да. Какую ты передачу ведешь? Техноутро. Техноутро и Тузик? Кормилица. А, нет. Нет, это я им. Она... Не знаю. Это была кормилица Джумаева. Продолжим. Я думал о том, какое имя дала бы тебе твоя собака. Она не дала, потому что я ее съел. Как называется ориентация, когда любишь только себя? Оскар Джалилов. Нарциссизм. Салфоман. А ты тоже в детстве, когда стирал носки, пытался набрать в них воду? Да, да, да. Ты тоже? Я хожу без носков. Вот так вот сделать. И пена такая. Я до сих пор так делаю. Получается? Да. Ты точно носки носишь? Точно. Они воздушные шарики. Я потом покажу секрет. Когда ты 9, ага, начнет исправлять ошибки в жизни. Ага, ну, наверное, после 8. Когда мы вылезем из телефонов? Ну, после 6 где-то. Пачкаются ли глаза у колобка, когда он катится? По-любому. И уши тоже. По-вашему, у колобка есть уши? Ну, а как? С ним же разговаривают. Значит, он слышит, если отвечает. Вы разговаривали с колобком? И он вам отвечал? Периодически. Наверняка. Ну, если, смотря по какой дороге идет, катится. Под Арханов. Все чисто. По Катарталу. Конъюнктивит может начаться. Какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало? Зеленого. Стального? Естественного. И, наконец, куда дели землю после того, как вырыли метро? Я об этом как-то и не думал. Но вопрос, кстати, хороший. Я думаю, что из них сделали какие-то холмики. Или, возможно, это песочные пирамидки. Только вот где? Отвезли. Мне, кстати, нужна земля. Не знаете, где можно купить? Нужно вырыть метро. Да, пойду сейчас рыть. Наконец, куда дели землю после того, как вырыли метро? Сделали горы. Это был Джамшит, и мы полностью его вырежем. Спасибо, Джамшит.